преддверии Дня города в столице Чувашии чествовали почетных граждан и награждали горожан, которые внесли заметный вклад в развитие Чебоксар. Атмосфера единения. В зале собрались те, кто живут в Чебоксарах десятки лет, а кто-то и вовсе с самого рождения. Они сделали для родного города и его жителей многое. Ленты, знак и удостоверения. Регалии вручают почетным гражданам. В этом году ими стали заслуженный строитель России, внешний консультант компании «Дорис» Игорь Рощин и чемпион мира по боксу Валерий Львов. Награда, которая свидетельствует о признании большинства, дорогого стоит, подчеркивает Валерий Львов в ответном слове. На счету мастера спорта СССР международного класса по боксу более 200 боев и 50 побед в крупных международных турнирах. Я так горжусь своим городом. Вспоминаю всю свою спортивную жизнь. Не зря я боксировал, не зря я защищал честь города, честь своей республики, честь страны. Мы всегда стремились быть лучше и быть первыми, побеждая в Америке, Германии. Всегда мы думали, что за нас болеют наши земляки. У этих людей богатый опыт и сложившаяся карьера. Игорь Рощин 17 лет возглавлял предприятие «Дорис». Кстати, в 1999 году за работу по возрождению исторической части столицы, строительство дамбы и дороги к храму, он был удостоен государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Я практически всю жизнь отдал нашей республике, нашему городу, когда ничего не было и вдруг создается. И когда я приехал в Чебоксары, извините, тут была Красная площадь, это была театральная площадь, а Красная была внизу под водой. И там кроме сараев и нескольких избушек так ничего и не было. Вокзал был за городом, а агрегатный завод это чуть ли не в другой стране. Вот и все это на глазах создавалось. Строительство, медиа, образование, спорт, культура. За каждым решенным вопросом колоссальный труд сотен людей, сотен чебоксарцев, которые каждый день делают наш город лучше. Отличившихся наградили и памятной медалью в честь 550-летия Чебоксар. Среди них и директор программ национального телевидения Чувашии Маргарита Гартфельдер. Ее вклад в развитие столичного информпространства трудно переоценить. Рифат Фаткулин, Павел Ередков, Республика.